Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Cat Forest. Где-то год назад я начал в нее играть, но, к сожалению, у нас пропали сейвы, и я как бы подзабросил ее. Но смотрю, очень много комментариев приходит у меня, хотя игра год назад, как говорится, снималась, а комментарии я получаю до сих пор про нее. Поэтому я решил, как говорится, реанимировать ее. То есть поиграть еще чуть-чуть. Ну что же, в данный момент моя вся вот эта площадь, да, называется Душевный сад. То есть приходи и отдыхай. Ну что же, начнем потихонечку, да. Будем также вспоминать, что тут и как и почем. Знаю только одно, что нам нужно здесь очень-очень много ресурсов. Как ты видишь, у меня есть одна палатка. Я хочу вот сюда поставить гамачок. Ровно так же, как у меня было в прошлой, как говорится, серии. Но гамачок у нас, по-моему, стоит недешево. Так, где же он у нас? Вот здесь. Хотя, вот, вполне можно его, кстати, здесь. Да подожди, а почему ты его сюда там не ставишь? Я, может быть, хочу его в другое место влепить. Чё ты... Ты жук, а? Ты посмотри. Вот, вот здесь вот, например, он бы неплохо бы смотрелся, согласись. Да? Я думаю, да. А, этот работник занят. Ну хорошо, пускай он сейчас нарубит дров, и мы с тобой поставим. Все, да? Нет, еще ему нужно одно дерево побомбить. Так, а что мы здесь с тобой? Приготовить лапшу на офисной кухне. Ну все, котик. Молодец, спасибо. Дров нарубил, как говорится, воды натаскал. Теперь давай-ка мы с тобой построим. О, куда бы ее поставить-то, а? Вот здесь, может быть? Где-то вот здесь вот у нас стояло в прошлый раз. Иди, строй, клепай. А эти у нас грустят, охламончики. Так, насколько я помню, гамак позволяет отдыхать. Так, минус одна энергия. Сколько у тебя вообще энергии, Котя? Непонятно пока. О, кошара сразу же побежал. Я, видите, не успел сделать, он сразу же побежал. Давай, наверное, мы с собой здесь дровишек закинем, чтобы тут был костер. Теплая энергия улучшает способность кошек усиления. Так, ты давай не прячься у меня там, а собирай траву. Заныкался, типа я тебя не вижу, да? Жук. Так, начнем, короче, с тобой сбор камней, травы, древесины, листвы. В общем, все, что тут можем с тобой собрать. Я вот не помню только, как вот здесь мне собрать книжку. И не забывай, что нам нужно с тобой будет заказать еще дополнительных рабочих. Че, уже ночь, что ли, наступила? Так быстро? Я только проснулся, уже ночь наступила. Замечательно. Наконец-то, SEO уровень повышен. Я за тебя рад, SEO. Ну-ка. Стамина 20, скилл 16, шкурка. Ну, шкурку менять нам нет смысла, потому что у нас вообще никаких шкурок пока нету. Так, Котя, вот мне бы, знаешь, что бы не помешало вспомнить. Ага, обычный билетик. Так, пополни много энергии и получи дорогой подарок за 30 золотых шишек. У меня всего лишь 30 золотых шишек. Вы что, серьезно, что ли? Нет, давай мы с тобой еще порубим деревьев. Соберем вот эти... Цветы ты будешь брать у нас? Цветочки, елки. Елки он почему-то эти не хочет брать. Ладно, сделаем вот так. Нарежем, так сказать, ему задач, чтобы он не прохлаждался. Шишки. За то, что не отдыхают, спят, нам дают с тобой обычные шишки. Обычные шишки. Их нужно, кстати, очень и очень много. Что-то, по-моему, вообще темно стало. Мне кажется, нужно, наверное, костерчик тут развести. Что скажешь? Да-да-да-да-да. Все, уютненько у нас тут. Так, душевный сад у нас третьего уровня. Давай посмотрим, что мы вообще можем здесь с тобой сделать. Это у меня что находится в инвентаре. Так, а это что такое у нас? Сироп. Есть тарелка супа.
Так, веревка, ткань, дерево. Для того, чтобы нам что-то построить, например, декор, что понадобится? О, шишки. Здесь нам не хватает... Ага, смотри-ка, нам не хватает с тобой вот таких вот деревяшек. Здесь нам не хватает ткани и опять же деревяшек. И еще к тому же еще 1000 шишек нужно ко всему прочему. А губишка-то у вас не треснет? Так, ладно, давай посмотрим, как нам... Тут уже, смотри-ка, оставили мне подарочки. Как нам сделать вот эти вот деревяшки? Ага, вот оно как. Ну-ка. Пускай рубашит. Работа, как говорится, закипела. Так, а мы с тобой сюда глянем. Что у нас тут? Вип, шмип. Кот черно-белого окраса. Серый кот. Мой кот сливочного окраса, ты понимаешь? Вот так вот. Сделать веревки. Так, 5 штук в офисной мастерской. Так, у нас тут еще достижение. О, а что это я не забрал? Заработайте шишки. Так, у нас уже 120 золотых шишек. А собери сироп с деревьев. Появляется случайно. Пригласи нового гостя. Пригласили. Что у нас там еще есть? Что это такое? Так, я посмотрел, только не вижу, чтобы что-то изменилось. Вот серьезно говорю, я не вижу. Так, слушай, подожди, а мы же можем как-то отправить его вроде бы на отдых. Жасмин, Тоби и Джипси. Объявление о трудоустройстве. Слушай, так давай... А, подожди, так это вот они пришли. Вакансия, должность. Добавить слот. Нет, пока не надо ничего делать. Мне нужны шишки. Мне нужны шишки очень много, ребята. Так, молодец, красавчик, он поймал там рыбку себе. Ах, так тут еще... Так, давай продолжим, когда гости уедут. Мы можем с тобой улучшение делать. Да второй, так. Улучшает репутацию производства больше сосновых шишек. Ха. А я совсем это забыл делать, ребята. Вот так вот. Значит, в наших интересах сделать как можно больше ткани. А если я вот так сделаю? 10 энергии нужно, да? Для того, чтобы он все это заварганил. 10 энергии. Тут, видишь, тут нужна и еда, и... Да все тут нужно. Так, если посмотреть по еде. Слушай, котик хорош. Что-то там заработался, я смотрю, у меня. Так, давай-ка что-нибудь посмотрим. Что ты там, рыбу-то наловил? Пополнить энергию. Пополнить энергию. Сок удачи даже какой-то есть. Прикинь. Так, ну, мы можем с тобой, например... Сколько? Всего лишь одну? Ну, давай делай одну. Так, левел, левел нам поднять не получится. Иди убирай. 50 шишек мы получили. Сколько у нас энергии? Всего лишь 3. Так, наконец-то мы можем тут ягоды собрать. Ё-моё, я же думал, что он их никогда не будет собирать. Нет, все отлично. Да, я вижу ягодку, он нашел. Так, и энергия у нас закончилась, поэтому ему нужно перекусить. А вот и рыбка, кстати, 10 энергии прибавляет, слушай. Так это же вообще выгодно. Рыбку выгодно, ребята, нам делать, ну, точнее, ловить, а потом ее жарить, потому что, ну, он восстанавливает 10 энергии, это же круто. Это очень-очень великолепно. Так, ладно, сейчас он нарубит дров. Так, что нам еще с тобой нужно будет? Дрова пойдут у нас для изготовления там досок и тому подобное, да? Но также нам нужна еще и ткань. Нам нужна ткань. А чтобы ткань делать, нужно очень много травы.
Поэтому давай отправлять его. Странно как-то получается. Вот почему он вот эти кусты не может. Не может. И елки эти не может трогать. С чем связано это, я не знаю. Забираем. Так, слушай, до четвертого уровня, чтобы нам с тобой догнать. Ух, дофигища, конечно, нужно. Чтобы лагерь сделать четвертым уровнем. Так, здесь шишки собрали. Здесь, почему там мало шишек дают мне, а? А вот это я могу прокачать? Вот это вот могу. Ага. Улучшим. Работнику нужно больше энергии. А вот здесь вот они уехали. Давай продолжим, когда гости уедут. Гости, уйдите, пожалуйста, куда-нибудь уедьте. Я не могу почему-то продолжить. Давай-ка посмотрим, что мы там можем заварганить. У нас есть пополнить 5 энергии. Так, если я сделаю семерочку. Блин, не хватает энергии, да чтоб тебя, а? Тут абсолютно за все с нас берут энергию. Абсолютно за все, что бы ты там ни делал. Так, пресноводная рыба, семена арбуза, черника, жареная рыба. То есть это все можно будет потом открыть. Ну что, кушай. Кушай, кушай. Так, замечательно. Что? Это что у нас тут такое? Ага, получить шишки. 20 штучек. Веревки. Ну, конечно же, нам нужны веревки. Веревок нужно много. 10 энергии сразу. Вот просто с куста улетает энергия. Понимаешь, то, что я сейчас заварганю эти веревки. Как же мне не хватает еще работников. Не хватает рабочих рук, сил, лап, я не знаю. Называй это как хочешь. Так, это у нас кот-лес. Тут еще есть пещера, тут будет снежная гора, детская площадка и... какой-то животный кемпинг, что ли? Это покупается отдельно или что это, я не знаю. Все, сделал, довольный. Так, будь добр, давай-ка мы, наверное, с тобой вот эту вот штуку прокачаем. 18 теперь нужно. Ему 18. Иди вон рыбу лови. Так, нет, они стоят. Они грустят. Я не могу смотреть, когда они грустят без костра. Я, вот надо кинуть им дровишек, вот понимаешь? Вот. Способность кошек усиления. Все, грейтесь, котики. А я пойду рыбку ловить. Мне нужна рыба. Мы можем с тобой воды еще тут натаскать. Ведь это же вода таскается, да? Ведро нужно. Ну да, чтобы рыбу таскать, нужно ведро. Логично. Мне бы хотя бы 1000 шишек накопить. Хотя бы 1000. Так, кстати, сейчас будет утро. 1000 шишек накапливаем, с тобой покупаем новый лагерь. Или что там у нас получается. Новую палатку. Новую палатку мы с тобой делаем, соответственно, у нас приходят новые котики. А чем больше у нас котов, тем, соответственно, больше они нам платят шишек за свой отдых. А вот это не забывай. Так, ну что-то затянулось у нас, по-моему, да? Тебе не кажется? Так, смотри, мне 1000 нужно для того, чтобы улучшить. Да еще 1000 нужно для того, чтобы заказать нового работника себе. Ну, вон, видишь, почему я должен за ними убирать? Почему они сами не уберут за собой, а? Куда они побежали? Слушай, вот они, кстати, уходят. Я не могу что-то сделать. Давай продолжим, когда гости уедут. А в данный момент они что, не уехали? Ну все, хватит рыбачить, иди. Убирай там. Душевный сад, ё-моё. Приходи, и будет тебе счастье. Так, вы уверены, что? Что я уверен?
Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем? Скажи. Блин, мы оставили ребят без палаток. Молодец, Рэй, ты как всегда, вот ты как всегда на высоте, блин. Вот лучше не придумаешь. Взял палатку. Ну, я не знал, ребят, что это разбор палатки. Вот серьезно говорю, я думаю, что это что-то другое. А это, оказывается, разбор палатки был. Так, а ведь я могу еще же такую штуку одну поставить. Не обязательно же одну, верно? Верно. И палаток вот таких я могу построить не одну, а несколько. Так, Сео, будь добр, перекуси. Что ты перекусишь, когда у тебя ничего нету? Что ты собрался кушать? М? Вот, Сео, скажи мне, что, вот, что ты будешь кушать? Давай восстановим тебе энергию. И поставим, наверное, две палатки. Две палатки. Так, жареная рыба. Он сейчас запоет, да? Мне нужна энергия. Нет, он стал делать. Я думал, сейчас будет орать. Дайте мне энергию, потому что мне не хватает. Так, все, все, давай, кушай. Вот рыбку съешь. Еще есть у тебя там рыбка? Нет, у тебя никакой рыбки. Все, делаем палатку. Вот сюда вот мы ее поставим. Блин, а та палатка была прокачанная, прикинь. А это сейчас обычно, да, без прокачки будет. Ну да, это будет без прокачки. Теперь нам нужно с тобой делать ткань. 10 штук. То есть за один раз он может делать только 10 штучек. Так. Видимо, новые какие-то жильцы у нас тут пришли. Довольные такие сидят, радуются. 40 шишек. Угу. Что, опять вам костер нужен, что ли? Я не могу понять. А костер-то, кстати, можно улучшить? Этот работник занят. Тут ночь, кстати, уже не за горами. Сейчас я посмотрю, можно ли еще поставить. Ну-ка. Чтобы поэкономнее места. Вот так вот. Этому работнику требуется больше энергии. Требуется больше энергии. У нас рыба есть с тобой? Ну-ка давай проверим. Рыбы нету, грибов нету. Что у нас вообще с тобой есть? Ну, давай сделаем так. Окей, сейчас у нас Сио заварганит. Так, ну что, 810 шишек мы уже с тобой собрали. Хотят погреться, да? Нет, что-то они тут забегали, зашуршали. Знаете, что самое обидное, что в этой игре нету записи, ребята. Нету сохранений. То есть, если, не дай бог, эмулятор накроется или еще что-нибудь, опять мои сейвы все улетят. Че, давай подожгем им, пускай греются, раз они так хотят. А я, пожалуй, перекушу. Еще перекусим. И еще. И еще. Так, теперь я хотел построить вот такую вот палатку. Угу. Варгань. 28 ткани нужно. Ого. Так, а здесь-то что нужно? Здесь нужно 100 шишек. Плюс уровень лагеря 6. Это я понял. А здесь маленькая палатка. Позволяет построить дополнительный. Чего дополнительный? Здесь могут расположиться еще больше гостей, окрашенные в желтый цвет, наличие места для 4 котов. И тут еще и трейлер. Кстати, уровень 5 нужен, да? Понял. Большие палатки.
А чтобы, например, сделать еще один вот этот вот, сколько нам нужно? 5 тканей, да? 5 тканей. Ну-ка, хватит у тебя энергии на 5. Поехали. Хочу еще один гамак поставить, чтобы, ну, быстрее у нас шишки с тобой копились. Так, SEO уровень повышен. Шикарно, это хорошо. О, у него сразу восстанавливается вся энергия. Вот это круто. Ты смотри, 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 смотри. Бегут. Ну, сейчас пойдут дела у нас, по-моему, в гору. Так, а я хочу, знаешь, что сделать? Вот это. Можно ведь построить? Невозможно возвести больше строений. То есть только один гамак я могу сделать. Хорошо. А могу ли я тогда сделать, например... Наверное, могу. Ну-ка, давай-ка ткань с тобой закажем. Сколько там? Блин. У нас с тобой закончились ресурсы, поэтому надо сейчас все это дело собирать. Так, SEO, выходи. И начинаем с тобой тут сборы. Потихоньку, полегоньку, не спеша, не торопись. Все будем с тобой здесь собирать. Так, 1000. Друзья мои, где-то у нас здесь должен быть наем. А это что такое? Эффективность ведра, эффективность костра. Требуется репутации 1000. Хо-хоу. Уменьшает максимальное время на рыбалку. Так, это подожди, это немножко не то. Это наш инвентарь. Вот, по-моему, да? Окей, жасмин. Смотрим. Удача у этого. Слушай, у этого. Вот, по-моему, самые нормальные параметры. Нанят. То есть, теперь нас двое. Мы можем с тобой брать этого. Ну, там, я не знаю, например, поставить его на рыбалку. Пускай он ходит там и рыбачит. Ну, а наш основной котяра будет продолжать заниматься сборами. Нет, не еда. Да, господи, я же тебе сказал, собирай. А вот эти камни он почему-то собирать не хочет. Видимо, они для него еще пока большие, да? Допустим. Слушай, ну сейчас дела у нас пойдут нормально. Нормально будет у нас идти прогресс, потому что они, ну, во-первых, тут, ты видишь, котят очень много. Оставляет шишки. Сейчас с тобой наберем и позовем еще одного котейку. Вот. Почему-то как-то странно, он немножко собирает. Вроде... Тыкаешь куда надо, а не шиша. А, надо ниже, видимо, брать. Все, понял. Надо брать ниже. Вот оно как. Так, ягоды забираем. Так, значит, и вот это вот, значит, и одуванчики. Хм. Почему-то могу только вот эти растения собирать. Энергии хватает, энергии хватает. Вот у SEO 44, а у нашего безымянного, о, 10 всего лишь, 10 энергии. Мало. Что это он там? Цветочек аленький добыл. Нет, нет, ты не отдыхай, ты собирай потихоньку, собирай. Еще какие-то семена на свеклу, что ли, там нашли. Наступила ночь, и, соответственно, все гости побежали баньки. Так, а тебе что надо? У всех котят голубые глаза. Ну, я не знаю, наверное, у всех. Это он меня спрашивает, или это он утверждает? Или это он думает? Не знает. Ну, опять им нужен, наверное, костер. Сделаем. Так, а этот-то у меня... Так, теплая энергия. Понятно. Как у него долго идет, ребята, ловля. Он хоть поймал хоть одну рыбу-то там.
Что, по-моему, ни одной рыбы не поймал, прикинь. Так, сделать дерево в офисной мастерской. Так, пойдем-ка мы с тобой, наверное, сделаем дерево. Просит у нас. В офисной мастерской. Благо, я могу это все себе позволить. Да, Котя, ты, конечно, трындец. Ты будешь вечность тут собирать рыбу мне. Хотя бы даже одну порцию рыбки. Так, мы с тобой не все собрали, оказывается, надо все это собрать. У него было 10 энергии, почему-то теперь у него 16. Он уровень, что ли, получил? Или что с ним не так? Давай смотреть дальше. Что нам нужно? Краска красная вот эта вот. Или же мы можем вот так сделать, да? Ага. Давай. То есть еще больше гостей придет. Прекрасно. Так, по декору что у нас тут? Что нужно для этого? Угу, уровень 7 здесь. 5 уровень, 7. Ага, 3000 шишек нужно. Тут еще музей будет. Статуэтка длиннокота. Прелестная статуэтка кота улучшает репутацию 400. Угу. Не позволено построить. А почему не позволено построить? Потому что не хватает ресурсов. Я понял. Сделать ведро. Пошли, ведро с тобой сделаем. Просят, говорит, ведро сделай нам. Сделай, говорит, ведро. Пойдем делать. Так, ведро мы с тобой очень быстро сейчас сделаем. Прописался. Смотри, опять 10 энергии. Не знаю, в чем проблема, ребят. Не знаю. Так, ну знаешь, что у нас уже 370 шишек. И это мне нравится. А вон еще идут жители. Новенькие, свеженькие. Я очень рад их видеть в нашем душевном саду. Ай, красота. Блин, почему я только могу один этот брать декор? И как я могу кота отправить, например, на отдых? Ну, чтобы он отдыхал. Что для этого нужно сделать? Так, разместить объявление и нанять квалифицированных рабочих. Угу, Леонардо Джипси Себастьян. Собрать одну единицу воды, нажав на реку. Так, мне нужно сделать сбор воды. Беги, с ведром побежал, сломя голову, давай. Опс. Так, и мы сразу с тобой выполним, да? Повысить до 3 уровня. Найми работника на вкладке трудоустройства в офисе. Трудоустройство в офисе. Нанять. Но он стоит 1000, поэтому пока я никого нанять не смогу. Единственное, что я могу сейчас сделать, это просто заниматься сбором. Просто собирать ресурсы и все. Потому что до 5 уровня ты видишь сам. Еще сколько? Почти 100 очков. Для того, чтобы сделать наем, нам нужно 1000. Так, достижение. Забираем. А здесь тоже забираем. Пригласи нового гостя. А это что такое? Play Blue Dungeon. А, ну это игры, да? В которые поиграй, типа. Поиграй, и будет тебе счастье. То есть наш SEO, он не может отдыхать, да? Он обязательно должен что-то делать. Что это сейчас было? А, это, наверное, можно было перемещать, да? Куда-то.
в другое место. Так, ладно, мы тогда... Две рыбки он съел. Всего две рыбки он поймал. Да ты издеваешься надо мной, что ли, а? Он там стоит, фиг знает сколько, и всего лишь две рыбки поймал. Ну, смех и грех, ну серьезно. О, ночь наступает. Ночь наступает. Так, что мы с тобой... Пойдем, наверное, костерчиком мы разожгем здесь, да? Кстати, мы же можем с тобой повышать уровень. А чем уровень круче, тем, наверное, больше шишек будет, наверное. Ну-ка. Так, нужны эти тряпки. Ткань. Требуется больше энергии. Ну, естественно, естественно, требуется больше энергии. Поэтому нам нужно с тобой что делать? Кушать. Нам нужно кушать. Блин, вот обидно, что он не может сразу. Может быть, тут как-то можно... Не-не. Ну, я хотел, думал, может быть, выделить. Чтобы он сразу там с десяток лопал. Но нет. Такого здесь, к сожалению, нету. Что я там собирался сделать? Ткань. Делай. Пускай он там варганит. Причем, когда именно он делает, вот только из-за этого у нас начинает потихоньку повышаться уровень. Все, глубокая наступила ночь, они пошли все спать. Тут еще какие-то VIP. Что за VIP? Я не знаю, ребят. Так, сироп, желтый цветок, синий цветок. А у нас же, по-моему... У нас делается с тобой... Ага. Краситель... Из 5 одуванчиков. Этот пускай рыбу ловит. Так, ну что, ты довольный такой, да? Я смотрю, все сделал. Можно теперь этот уровень? Вот здесь вот. Да. Уровень повысили. Так, ты заметил, да? 50 шишек. А здесь 80. От чего это все зависит? Здесь 40. Непонятно. Но мне кажется, все равно лагерь... То есть, если палатку мы улучшаем, то... Она дает свои определенные плюсики. Видишь, 50. Вот он сейчас посидит, выйдет, и нам еще дадут шишек. 80. Слушай, ну таким макаром мы сейчас быстро с тобой накопим. Тут нужно веревок. Много веревок. 40. 20. Уже почти 1000. Уже почти, и, соответственно, мы с тобой сможем нанять еще одного нашего работягу. То есть один там ковыряется вон с удочкой и ловит. А для того, чтобы он уровень-то прокачал, что нужно? Чего у него так мало? Шкурка в выбытие какое-то. Что за выбытие? Выгнать, наверное, да? Выбытие. Ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этом закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!